Всем привет! Вы на канале Dudaplay. Мы продолжаем играть в игру Cars for Sale Simulator. Давайте уберем мусор, чтобы его здесь не было. Один мусор был всего лишь у нас по деньгам 230 тысяч. И я думаю отправиться. Так, что у нас тут? Ага, на райончик отправляемся, потому что автомобильный рынок у нас сейчас пока не работает. Он закрыт. И я хочу купить самую дорогую машину, которую здесь можно приобрести. Давайте визуально посмотрим хотя бы. Это недорогая. Так, здесь вообще машины нет. Вот это может быть, слушай, да, тачка неплохая. Сейчас посмотрим, сколько она стоит. Здравствуйте. 20 тысяч. Вот, неплохо. Давайте сторгнемся до 18 тысяч рублей. Может быть, она продаст. А ну-ка. Ага, все, мы купили за 18 тысяч. Хорошо. Отправляем тачку домой. И идем подороже что-то купить. У меня еще дофига денег. Вот, смотри, неплохая машинка. Она, думаю, достаточно таки дорого будет. А, нет, 6 тысяч нафиг. Не хочу. 6 тысяч дешево всего. Надо максимально дорогую купить тачку. Вот это вот похоже на дорогую или нет? Сейчас мы это узнаем. Привет. 10 тысяч. Давай торгнемся за 8 тысяч. Ну, хотя бы там чуть-чуть мы что-нибудь заработаем. Нет. А, слишком низко. Иди нафиг. Слишком дешевая машина. Блин, а тут тупик, смотри. А. Ладно, давай мы ее купим. Поедем. Поищем. Так, за 10. Давай сторгнемся за 9. 9500 выставим. За 9500 он купит? Нет? Он продаст, то есть. Да, за 9500 он продает нам машину. Садимся в тачку. Сейчас прокатимся по району. Посмотрим, какие есть предложения сегодня. Вот это вот ретро-автомобиль, кстати. О, тут побогаче район. Кажется, вот этот ретро-автомобиль дорогой. А может быть и нет. Так, ладно, пока не глушим двигатель. Угу. За 18. Давайте сторгнемся за 17. Все равно это дешевые тачки. Мы ее все равно продадим. Так, у меня еще один слот остался. Который мы можем отправить эту машинку. Но, блин, я все-таки хочу купить дорогую тачку. Так, здесь у нас, я смотрю, нету машин, не продается. Ладно, мы сейчас это объедем. Ах, тут заборы везде, слушай, да? Оп, опа, молодец, молодец, молодец. Давай тачку разобьем нафиг. Все-таки на автомобильном рынке поинтереснее машинки. А вот еще, смотри, стоят тачки. Давай здесь я припаркуюсь. Бензина что-то у нас мало, поэтому будем глушить. Вот это неплохая машинка. Ну-ка, привет. Не, почем? За 33 уже хорошо. Давай за 30 тысяч мы тебе ее купим. Вот за 30 тысяч уже хорошо. Есть. Купили мы машину. Отправляем ее. А вот это вот еще стоит. Ну, я не знаю. В принципе, BMW. Бэшка. А может быть она... Да, за 25. В принципе, более-менее нормально. Давай сторгнемся за 23 тысячи. Мы ее купим. Если она продаст, конечно. За 23. Да. И мы ее отправляем. Так, подожди, в смысле? На ремонт, якобы. Якобы на ремонт. Ну, на самом деле, конечно же, мы оттуда машинку свою заберем. Просто даже ремонтировать мы ее не будем. Все, аккуратненько теперь. Мы едем домой. Она у нас уже ударенная, эта тачка. Это, наверное, скажется в цене. Поэтому
Удалять ее больше не нужно. Едет она, разгоняется очень даже таки прилично. А вот и выезд, можно было отсюда выехать, ну ладно. Такс. Все, мы не будем срезать, как обычно. Потому что это чревато. Мы можем врезаться. О. Опа! Есть! Это я что, так разогнался сильно, да? Надо не так сильно ехать быстро. Потому что мы ее должны еще продать. А вот и ночь, смотри. Так, тачки у меня здесь стоят. Мы сейчас припаркуем эту машинку. Красиво. Оп-оп-оп-оп-оп. Все, глушим. Закрываем офис. Едем домой пока что. Нужно нам поспать. Не, в контейнерок. Контейнерок. Где? Вот у нас контейнер. Итого. Ага. Результат 130. 97 тысяч я сегодня потратил. Нормально. Итого у нас еще куча денег. 130 тысяч. Аукцион сегодня работает. Но нам на аукцион пока не нужно. Так, давай заберем дорогую тачку сразу же. Она у нас в ремонте стоит. Вот она, красавица. А ну, давай посмотрим, что у нее там есть. Да, за 400, иди нафиг. Не буду я ничего ремонтировать. Сесть в машину. Ремонтировать мы не будем, потому что ремонт стоит кучу денег. А тачка, она от этого, к сожалению, не подорожает. Что тут за движение такое? Движняк, смотри. Мы ее красивенько. Сейчас. Опа, мусор. И паркуем возле офиса. Вот, вот сюда поставим. Глушим. Выходим. И у нас еще три машины, которые нам нужно будет сегодня продать. Итого 5 машин. Давайте выставим красивенько. А тут и место уже. А, нет, места дофига. Места много. Вот сюда в уголочек поставим. Вот это. Давай на эту сейчас сядем быстренько. Так, где тут? Как садиться? Неудобно немножко реализована посадка. Опа! Тихо! Чуть не впечатался. Разворачиваемся аккуратно. Места мало. Вот здесь. А что-то стукнулся, да? А, может... Ах ты! Нифига! Что там такое? Блин, ладно. И вот этот драндулетик, который у нас, я не помню, дешево стоил, да. Нам тоже его нужно... Сейчас поставить. Он у меня, драндулет этот, будет стоять очень красиво. Он вообще беззвучный. Так мы его поставим. О, жур-жур. Журчит. Все. Двигатель выключили. И смотрим, что мы купили сегодня. Вот такой вот автомобильчик. Раз. Вот этот вообще шикарный, смотри. Три. Четыре. И это пятое. А ну что у нас тут? Капот грязный. А, ну что ж, давай открываем офис. А, будем их помоем немножко быстренько. Чтобы они у меня чистые были на продаже. И будем сегодня зарабатывать деньги. Где тут еще у нас грязь? А вот это тоже грязь. Есть автомобиль помыт. Четыре. Кстати, мы очки бонуса еще заработаем куча. Может быть, керхер купим сегодня. Откроем, да? Он же там не покупается, открывается. Где-то еще грязь. А, вот, вижу грязь. Но я не могу подлезть. Блин, подожди. Он очень плохо прыгает, кстати. Есть, автомобиль вымыт. Теперь этот моем. Так. Ага.
Хорошо. Чистенький. И мы немножко, может быть, дороже сможем продать тачку. Вот еще я вижу грязь. Есть. Этот автомобиль помыт. А эти тоже грязные, да? Ага. Этот мы вымыли. А давай сразу выставим на продажу. Продаем сразу за... Пусть будут красивые у нас значения, такие циферки, семерочки. Кстати, они покупателям нравятся же, цифра 7, да и всем людям нравится семерка. 7 это хорошая цифра. А, счета, давай проверим сразу. Автомобили 13 тысяч. А, за что? И банк еще у меня, смотри. А, нет, банка не было. Ладно. Счета нужно оплачивать, поэтому мы оплачиваем. О, покупатель приперся. Че он там? А, за это драндулет? Ну давай. Давай. Драндулет 17 тысяч мне стоил. За 34. А, давай сторгнемся за 35. Мы продадим. 35 тысяч. Ровно. Сильно я повышать не буду. За 35, если купит. Все, купил за 35. Здравствуйте. А вы почем хотите купить? Покупал я его за 23. За 23 цена покупки. Он за 21 хочет. Иди нахер. Ой, дебил. Так, а ну-ка этот еще хочет. За 9500. Цена покупки за 10. Торганемся за 11 тысяч. Мы тебе продаем ее. И не на... Тоже иди нафиг. Блин, дешево, конечно. А ты, дурачок, вот эту хочешь купить, что ли? Иди тоже. Отвали. А, вот смотри, стоит. Цена покупки 30 тысяч была, значит, за 44. О, торганемся за 46. За 46 тысяч давай покупай. 46 тысяч. Есть, продали. И этот дурачок еще стоит. Я их еще помыть не успел. За 33. Торганемся за 35 тысяч. Он у меня ее забирает. А, подумай минуточку. Да, он у меня купил. Мусор мы этот выкидываем. Этот дурачок до сих пор стоит. Он ее хочет что-то очень дешево купить. Ну, тут и повреждения есть. Давай подумаем. 23, 21. Торганемся за 25 тысяч. Если ты ее берешь, то давай за 25 тысяч. И все. Да, мы продали. У того у нас осталось 270 тысяч. Блин, а начинал я со скольки тысяч? Я не помню. Вообще, выиграл я что-то или нет? А, я всегда забываю, со сколькими деньгами я начинаю игру. Ну что ж, ребята, на этом будем заканчивать. А, хорошо заработали. В следующем ролике мы будем расширять это пространство. Да, пока деньги у нас есть. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока-пока.